Ну что, ребята, давайте продолжим. Продолжим снимать Майнкрафт. Секунду. Один блок. А, знаешь, что я подумал? У меня же железо есть, правильно? А почему бы мне не сделать печку? Так, это что такое вообще? Вот это вот. Это какой-то металл? Нет, это же... А, это индезит какой-то вонючий. А, у меня много железа. И я сделаю, ребятушки, себе печку. И сделаю, выпалю. Ой-ой-ой, падает все. Все упало вниз. Надо что-то с этим делать, чтобы не падало. Да, ё-моё. О, железо еще. Давайте добудем немножко железа. И я буду уже строить себе печку. Печку. Так, и... А ну-ка, камень. Булыжник. 4 булыжника? Алло, мне не хватает на печку. Что ты будешь делать? Ладно. Дальше добываем. Ах ты, корова. Ну не иди сюда. У меня очень мало камня. Ё-моё, что это за вонючий камень? Дай посмотрю, он диорит. Вот мне он нужен, диорит этот. Что с этим диоритом делать? Ребята, напишите в комментариях. О, наконец-то пошел камень, булыжнички мои. О, что тут достало? Иди отсюда. Так, это тоже какой-то непонятный камень. Сейчас посмотрим. А булыжники? 7. Мало? Мало булыжников. Ё-моё. Так, о, булыжники пошли. 1, 2, 3. О, теперь... А, падает все, упало. Опять-таки, вонючий случай. Оно все упало. Вот, может быть, булыжников теперь уже должно хватить на печку. Готово, печка. И сейчас мы добудем, наконец-то, и... А, куда печку поставить? Давай вот сюда печку поставлю. Железная руда есть, уголь есть. Все, добываем железо, делаем это самое, ножницы. Я тебя, овечка, постригу, ты поняла? У меня тут одна единственная овца. А у меня же было две овцы, нет? Не знаю, куда делись овечки. Так, нет, блин, сюда не землю надо. Ё-моё, немножко не так. Давай я здесь землю поставлю. Хотя у меня пока семян нет. Ты куда залезла? На огород. Это у меня огород здесь. Ты чё сюда залезла, а? Свинья. Так, семена арбуза. Ну давай этот я арбуз хотя бы посажу. Может быть, арбузик вырастет туда. Почему бы нет? Он, не знаю, нужен мне арбуз или нет. Ну, я думаю, пригодится. Так, лопату мы эту деревянную берем. Она мне уже совершенно не нужна. О, добывай как быстро теперь. Ох ты, что там было? А, паутина. Зачем мне паутина? Паутина мне не нужна, слушай. Давайте уберем паутину отсюда. Так, дерево. Это тоже вот эти вот инструменты деревянные, они тоже мне не нужны. А, вот у нас есть дерево, березовые блоки. И я теперь сейчас побольше сделаю. Ох ты, елочка есть у меня даже, нифига себе. И березы у меня много. Ох, как хорошо. А, дальше мы достраиваем вот здесь вот эту всю канитель. Увеличиваем. И здесь тоже надо будет достроить. Ё-моё. Ладно, строим, продолжаем строительство. И земля у меня... А, у меня два куска земли, только так мало. Главное, чтобы меня сюда никто не свалился. Так, все, это мы зашиваем сюда. Ой, зачем... Ой, зачем я выбрасываю? Так, что у нас? Два кусочка земли? Мало. Земли мало. А, зато вот здесь мы сейчас продолжим. Дальше таки зашивать. А, досками. Строить. Побольше. Так, вот здесь еще у нас. Мы здесь еще не доделали. Вот, у меня потихонечку... Вся эта канитель расширяется. Замечательно. Только земли мало. Ладно, продолжим. Дальше добывать полезные штуки. Дерево. Вот дерево мне как раз и нужно. Побольше. Ух ты! Уголь. Уголь берем. Так, еще всякие различные материалы. О, земля пошла. Так, ты давай здесь не ходи, ты упадешь, не дай бог, ты у меня последняя овца.
Последняя. У меня одна, вообще одна единственная овечка. Есть железо. И железо хорошо. Делаем, наконец-то, такие ножницы. Ножницы. Так, давай. Вот у меня будет все много очень ножниц. Так, это пока уберу. Ножницы тоже я спрячу. Это тоже я паутинку беру. Так, саженец. Давайте мы сразу посадим куда-нибудь сюда. Бери эту самую елочку. Елочка, давай здесь будет. Вот здесь расти. Так, давай овечка. Мне... Ох ты. Целых два куска шерсти. Хорошо, наконец-таки, ребятушки, мы будем добывать шерсть, и я сделаю себе первую кроватку. И чтобы ночью я буду спать, чтобы было светло. Ну, смотрите, как много у нас, да, всего интересного здесь развилось. Такая вот площадочка. Скоро-скоро буду делать, скоро домик. Так что обязательно подписывайся на канал и смотри продолжение роликов про Майнкрафт на одном блоке. Всем пока-пока. Так, ну что ж, едем на зеленом автомобиле. Сейчас попробуем проехать. Сколько мы проедем? Так, у меня получается 1600 метров. Есть у нас возможность проехать больше. Потому что тачку я прокачал немножко, потратил деньги, да. Так. 27 тысяч у нас. Стартанули с 27 тысячами. Ну, сейчас проедем немножко. День уже подзаработаем. Да. Такая вот у меня зеленая машинка. Ну, достаточно таки быстро едем. Да, все-таки улучшение на глаза. Ага, но баги мы обогнать не можем. Так, аккуратненько. Все-таки еще прокачивать и прокачивать эту тачку надо. Опа, давай. Есть. Смотри, как мы заехали. На одном колесе, считай. Во. Так, еще монетки возьмем. Опа, ямка. Ямку проехали, хорошо. Не буду урезаться. На. Такая вот тачка. На прокачку. Давай, дружище. Поднимайся, ты сможешь. О. Все-таки прокачка, да. Надо прокачивать машины, ребят. Потому что я ее долго не прокачивал. Ну, чуть-чуть прокачали, нормалек. Вот, заезжаем в пещерку. Так, здесь нам нужно ускориться. Проехать яму. Ну что ж. А здесь можно головой стукнуться. Оп, аккуратно. Ладно. Вот эта машинка вроде бы как не ломается. Сколько я не врезался в нее. Ну да, открытый, потому что у нас вверх. Здесь можно просто головой стукнуться. А! Как раз мы и стукнулись головой. Ну что, продолжаем. У нас 204 монетки. Это очень мало. Поэтому сейчас мы будем с вами зарабатывать эти монетки. На этой тачке. Так, включим турбо. Все. Турбо можно, конечно, помощнее было сделать. Ну да ладно. Каждую игру мы, ребята, будем машинку с вами прокачивать немножко. По чуть-чуть. Спешить не будем. Вроде бы как едем, но хотя бы мы зарабатываем хоть немножко денежек. Будем прокачивать тачку. Но от остального, конечно, зависит наше умение. О, на, сбили мы его, представляешь? Это хорошо, что у меня турбо было прокачанное. Поэтому нужно нам турбо оставлять немножко. Опа, ё-моё, смотри, баррикада какая-то. Так, проехали. Так, а этот все за нами, все хочет зацепиться, да, гаденыш? Так, ну, вертушку, я не знаю, когда-то мы возьмем ее или нет. Когда-нибудь мы заберем эту вертушку или нет, вообще не знаю. Ой, какой удар был, а? Так, этот уже поблизости, гад, едет. Да, вот этот зомбарь, который зацепился, он нам конкретно мешает. О, смотри, как он перевернулся, молодец.
Так, здесь, в прошлой серии, мы здесь уже погибли. Но я надеюсь, мы проедем хоть немножко дальше. Опа, вот. Нам нужно побить рекорд. Надеюсь, мы его побьем. Давай, пожалуйста. Да зацепился этот вонючка. Ой, этот мотоциклист появился, гад. Вот они все делают для того, чтобы я не прошел эту карту. Вот максимально. Вот в этом месте, смотри. Все, мы этого щелкнули. Давай, пожалуйста. Да ё-моё. Нет, мы опять застряли в этом вонючем месте. Да как так? Совсем чуть-чуть, ребята, оставалось нам проехать. 1000 монет мы заработали. Что мы на 1000 купим? Что? Давай двигатель прокачаем. Все, мы прокачали хоть полностью двигатель. И то хорошо. Ой, обязательно, обязательно ставь лайк этому видео.